Банда цыган выдавала себя за чеченцев и занималась сбытом краденных вещей. В Белгородской области бойцы спецназа «Ахмат» совместно с волонтерами поймали и обезвредили группу мошенников, выдававших себя за бойцов элитного чеченского подразделения. Задержаны 7 человек на 7 машинах. Преступников и их имущество передали сотрудникам Росгвардии. Злоумышленники, представляясь ахматовцами, сбывали краденые вещи под предлогом задержек зарплат в армии, а также просили милостыню. Промышляли аферисты рядом с городским торговым центром, на трассах и в частном секторе. Но настоящих чеченцев мошенникам обмануть не удалось. Продавали генераторы. Представляете, ахматовцы. И как долго вы этим занимаетесь? Недели две, около трех. Ну, ходим, не каждый раз представляем, просто так бывает, продаем. И какое отношение вы имеете к Ахмат? Никакого. Откуда вы? Со Ставропольского края. В Старом Осколе давно? Недели две-три, около трех. Ну, будьте добры. Они не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат». Подозреваемые оказались цыганами по национальности. Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил о мошенниках, выдающих себя за бойцов подразделения, но по факту не имеющих к нему отношения. Он отметил, что злоумышленники заработали состояние, обманывая неравнодушных граждан.